Привет, друзья! Первое число Нового года. И что мы с вами делаем? Естественно, едем на тренировочку. У нас 11:20 утра или дня, для кого как. Поздравляю всех, кстати, с Новым годом. И как вы думаете, в какой зал мы едем? Какой зал самый крутой? Единственный, наверное, во всем мире работающий 1 января. В принципе, как и в любой другой день в году. Естественно, Iron Religion. Хочу поблагодарить, друзья, всех, кто был со мной все эти годы. Естественно, и 2018 год. Почему я настолько трезв, хорошо себя чувствую, что еду тренироваться 1 числа? Во-первых, начнем с того, что мое мировоззрение, моя философия никак не понимает общепринятую праздновать прям один день в году. По сути, что произошло? Планета совершила один оборот полный вокруг звезды. Да, друзья, для тех, если кто-то не знал, Земля крутится вокруг Солнца, а не наоборот. К тому же, скорее всего, она все-таки круглая. Очень благодарен всем своим подписчикам, всем своим хейтерам. Особенно, конечно, людям, которых я люблю, которые любят меня. Но это, естественно, отдельная тема для разговора. Я очень рад, что вы все продолжаете тренироваться, находитесь в хорошей форме. И что было такого значимого, что можно вспомнить сейчас, да, естественно, все равно мы не вспомним, что было в 2018 году. Самое интересное такое, значимое, что произошло, это я познакомился с очень интересными людьми, Стефаном, Григором. Это ребята, ученики и работники лаборатории Виктора Николаевича Силуянова. Кстати, у них сейчас свои каналы отдельно, вы можете найти их в YouTube. Я вам настоятельно рекомендую посмотреть и смотреть их. Также я познакомился с учеником, бразильцем, живущим в Америке, который был 8 лет главным тренером American Top Team. Чтобы вы понимали, это команда, которая готовит лучших бойцов. Он тренировал людей, которые побеждали Емельяненко. Он продолжает тренировать. Тренировал команду Шумахера. Продолжает тренировать его партнера, сына. Очень хорошо его готовит. Выносливость, как вы понимаете, везде нужна. И в 2018 мы познакомились, сдружились, стали общаться. Он приглашает меня часто к себе в гости, вы видите, мы снимаем полезные видео. И если у вас, кстати, есть вопросы для Стефана, пишите их в комментариях. Кстати, тоже напишите в комментариях, мне очень интересно, как вы провели 31 число и 1. 31, то есть вчера, я проснулся утречком, поехал. Точнее, чтобы не обманывать, мне было влом ехать к себе в зал. Я пошел у себя в зал в комьюнити. Потренировал руки. После чего мы поехали всей семьей на пляж. И весь день мы тусили у океана. Это шикарно. 25 градусов, 31 число. Вечером мы провели с женой. Просто, как обычно, смотрели свои любимые сериалы. По сути, Новый год я как бы в принципе и не встречал. Сегодня, как вы видите, я еду на тренировку. Потом поеду к теще на барбекю. Есть мясо. Мясо на углях. Это супер. 2018 год запомнился еще тем, что меня чуть было не депортировали из Штатов. Вы видели, да? Даже браслет на меня одели. И, естественно, запомнился тем, что с меня его
сняли. Я поменял адвоката. Для тех, кто не знает, на самом деле легализоваться в Штатах очень и очень сложно. Вы это видели на примере Тани с Димой, которые, чтобы не говорили своим подписчикам, просто имея огромные короны на голове, думали, что их тут ждут и примут с распростертыми объятиями. Больше года они промаялись и в итоге уехали. Вернуться они сюда уже не смогут, потому что нарушили все визовые режимы. Но это как бы их дело. То, что они там впаривают своим подписчикам, это, как говорится, уже на их совести. И удивительно, вот в чем я, кстати, критикую систему вот эту визовую, эмигрантскую, что большую часть, к сожалению, грин-карт, которые разыгрываются, выигрывают люди, маргиналы, которые не собираются работать и не хотят работать, приезжают в Штаты, живя на пособие. А человек, который делает реальную пользу, дает рабочие места, реально очень сложно легализоваться. Вот это я бы пересмотрел. Но, как мы знаем, скорее всего, кому-то это все на руку, ведь те же пособия выделяются. Наверняка кто-то как-то рулит этим баблом. Поэтому ничего просто так, тем более в Штатах, не происходит. Что я хочу добиться и попробовать еще в 2019 году? Что нас всех ждет и что я буду показывать вам? Ну, во-первых, буду продолжать знакомить вас со своей системой периодизации. Кстати, очень много людей пишут мне, как им помогает периодизация, особенно те, кто вступили в мою закрытую группу. Довольно-таки много людей за год вступило в нее. Абсолютно все довольны, в отличие от персонального тренинга. Почему-то в персональном тренинге как-то больше возникает терок, проблем с людьми, чем в группе. Для меня это удивительно. Кстати, 2018 год еще принес мне очень такое интересное и для моего самолюбия приятное. Моя книга электронная из серии «Фак Фитнес», первая книга для мужчин «Ступени натурального бодибилдинга», поднялась в рейтинге электронных продаж в разделе «Спорт» на первое место. Заметила меня, точнее, эту книгу компания, печатная компания, одна из самых крутых сейчас на постсоветском пространстве. И они предложили мне контракт, напечатали мою книгу в довольно-таки хорошем переплете, на хорошей бумаге. И вы все, кто купил ее, пишите мне, что книга вам очень нравится, вы получаете огромное удовольствие и пользу, читая ее. Что для меня, как для тренера, как для инструктора, как человека, делящегося с вами подобными видео, статьями, книгами, может быть приятней. Вряд ли что-то, да? Еще мы запустили линию одежды. Ну, вышла вторая книга моя женская. Она, к сожалению, пока только в электронном виде. Если какое-нибудь издательство захочет, то я готов рассмотреть предложение. Одежда. Мы очень долго искали. Я не хотел связываться с китайцами, потому что с ними очень сложно работать, необходимо постоянно контролировать. Контролировать, естественно, нужно везде. И я нашел через своих друзей больше года, на самом деле, весь 2018 год мы добивались, чтобы эта европейская фабрика, которая шьет форму практически каждой сборной Европы по футболу, плюс работает с довольно-таки известными брендами, согласилась работать с нами. Мы делаем идеальное качество. Качество материала, печати, швов просто супер. И я надеюсь, что в 2019 году мы все-таки найдем людей заинтересованных, кто захочет с нами работать, как представители, как дилеры, и представлять нашу одежду в России, в Украине, на постсоветском пространстве, другими словами. И, естественно, это все будем делать, пытаться продвигать в 2019 году. Также будет очень много видео новых
с вашими ответами на вопросы от Стефана Диаса. Будут интересные проекты. Мы даже со Стефаном планируем открыть онлайн-школу подготовки инструкторов. Именно от Стефана и от меня. Будете получать грамотные знания и, естественно, сертификаты, что вы прошли эти курсы. Также буду стараться выцеплять такого занятого человека, как Густаво Бадел, который 2 раза становился 3-м на Олимпии. Будем планировать с ним различные видеоролики. Пишите, кстати, в комментариях, как вам нравятся ролики со Стефаном, с Баделом, какие вопросы вы хотели бы, чтобы мы обсудили. Старайтесь только, чтобы не было банальных вопросов, там, сколько протеина есть, да? Что-нибудь такое, что действительно актуальное. И я планирую запустить интересный проект. Может, другие блогеры меня тоже поддержат. Потому что сейчас очень много ведется различных споров, дискуссий на тему смещения нагрузки. К примеру, там, на внешний, на внутренний пучок бицепса, да? Ну и по мышцам, на широчайшие, на грудные. Я, друзья, не отрицаю такую возможность, что действительно есть какое-то смещение нагрузки. Возможно, природой это и предусмотрено. Но насколько это актуально с точки зрения бодибилдинга, особенно натурального бодибилдинга, и даст ли это вам какую-либо пользу? На мой взгляд, нет. Но я открыт к различным дискуссиям, и, возможно, я все-таки считаю себя здравомыслящим человеком. Возможно, я ошибаюсь. Если кто-то сможет меня убедить в этом, и я хочу сделать именно практический эксперимент. Кто заинтересован в этом, кто хочет принимать участие вместе со мной в этом эксперименте, пишите мне в комментариях или в личку, и вы тоже появитесь на канале, я буду давать задания, и мы с вами вместе будем анализировать и смотреть, работает это или нет. Что касается периодизации, я думаю, каждый уже понимает, что это самое необходимое для любого спортсмена, особенно для натурально тренирующегося. Невозможно тренироваться постоянно, линейно повышая рабочие веса. Интенсивность это приведет только к плачевным результатам, к застою, к откату. Это вкратце, что было, что будет. Из приятного еще закончил Новый год, вернее, закончил старый год, уйдя на новогодние каникулы в своей хоккейной лиге на 1-м месте в рейтинге вратарей. И, естественно, наша команда тоже в рейтинге на 1-м месте. Хотя начало сезона было отвратительным, мы были внизу таблицы, я был на 3-м месте в рейтинге. Но постепенно, шаг за шагом, вот к концу года мы подтянулись. Осталось еще пару игр, и начнется игры плей-офф. Я очень люблю хоккей. Откровенно говоря, я сейчас больше удовольствия получаю от хоккея, нежели чем от бодибилдинга. Ну, понятное дело, что бодибилдингом я занимаюсь уже очень давно, 30 лет. Мне это не надоело, и это сейчас для моего организма больше необходимость, нежели чем удовольствие. И вы должны понимать, насколько необходима моему организму уже эта нагрузка, что если я, к примеру, даже 4 дня не потренируюсь, я чувствую себя плохо, начинает беспокоить сердце. Это нехорошо. Буду также продолжать играть в хоккей, буду снимать для вас об этом, возможно, тоже ролики, как тренироваться для того или иного вида спорта. Кстати, не пропустите, почему-то очень мало просмотров набрал ролик, как повышать выносливость, научно обоснованно, от Стефана Диаса на примере профессиональных боксеров. Да, в 2018 году ко мне обратилось 2 профессиональных боксера. Я начал их тренировать. Один из них чемпион Азии, провел 9 боев в Америке до того, как стал работать со мной. И все 9 выиграл, 8 из них нокаутом.
Посмотрите обязательно этот ролик, он будет интересен не только боксерам, бойцам, вообще, в принципе, чем бы вы ни занимались, если вы хотите повысить свою выносливость, посмотрите этот ролик, принципы, которые там показаны, вам будут довольно-таки интересны и помогут. И что интересно, этот боксер заключил контракт с очень серьезной промоутерской конторой здесь в Штатах и, естественно, будет привлекать к подготовке к своим боям и меня, за что я буду получать хорошие деньги, как зарплата, ну и, естественно, бесплатное проживание и питание на момент подготовки спортсмена. Для меня это очень интересный опыт, я подумываю двигаться в этом направлении. Это и интересно, это новые вершины, но это очень хорошие и серьезные деньги, что тоже немаловажно, да, согласитесь, особенно живя в такой дорогой стране, как Штаты. Еще я заключил партнерское соглашение с компанией, производящей гормон роста, Animal Nordtrop. Очень хороший гормон, поэтому я вам его и рекомендую. А с моими травмами, при моем образом жизни, он мне очень хорошо помогает. Я вот не так давно начал его делать, но видите, я сейчас залитой какой. При этом нет такого сильного туннельного эффекта. Я буду вам рассказывать больше еще о этом препарате. Ну и как и где его приобрести, естественно, со скидкой, с моим промокодом Heavy Metal, одним словом. У Animal и у любого другого препарата это, естественно, друзья, упаковка. Посмотрите только внимательно на коробку. Коробка выполнена очень качественно. Мы видим, что все здесь без изъянов, на магнитиках. Я думаю, что плохой, некачественный производитель не будет заморачиваться, тратя лишние деньги на такую качественную упаковку. В упаковке две ампулы, в каждой ампуле по 50 международных единиц. И в одной пачке получается 100 единиц. Это очень-очень хорошо. Будем стараться, друзья, работать для вас, на вас. И вы, как никто другой, можете и должны помогать мне в этом. Каким образом? Ну, во-первых, писать вопросы в комментариях. Писать те темы, которые вас волнуют, которые вы хотели бы, чтобы были озвучены в видео, в статьях. Кстати, выйдет скоро моя новая третья книга из серии «Fuck Fitness». Она будет посвящена целиком и полностью болям в пояснице, неважно чем вызванным, и как с ними бороться, как их предотвратить. Это очень-очень актуально всем, даже тем, у кого нет боли, у кого есть дети, кто хочет, чтобы они росли здоровыми. Это очень важно. Конечно, вся эта информация разбросана по моим статьям, но в книге она будет собрана в одном месте, и вам будет очень удобно пользоваться этим. Также, друзья, нравится вам ролик, не нравится, если вы хотите поддержать канал, обязательно поставьте лайк или дизлайк и напишите комментарий. Пишите критику, желательно без оскорблений. Пишите что-нибудь позитивное, если вам действительно понравился ролик. Это помогает, вы не представляете, как продвигать канал. А мне, как человеку, работающему над этим каналом, это служит мотивацией, согласитесь. Когда вас мало смотрят, это не очень, как бы, мотивирует. Естественно, смотрят мой канал люди здравомыслящие, те, кто пытается разобраться в вопросе тренинга, питания, восстановления. Канал, я понимаю, не развлекательный, местами нудный, возможно, кому-то и даже скучный, но согласитесь, информация очень и очень полезная, хотя бы та, которая касается проблем с травмами суставов, плечевых суставов, спины. Очень много за 2018 год пришло мне отзывов, благодарностей. Кстати, присылаю даже видео, я их потихонечку выкладываю у себя на канале, как людям помогло то или иное действие, тот или иной мой совет или рекомендация. Так что, друзья, вы тоже можете снимать
о себе ролики, как вам помогают мои советы, или даже если не помогают, снимите, давайте делать канал интересным, интерактивным. Я надеюсь на вас, на вашу помощь. И увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. И самое главное, не пропускайте тренировки, делайте гимнастику, делайте растяжки, потому что это все продлевает нам с вами нашу спортивную жизнь, наше долголетие в тренажерном зале или в том виде спорта, которым вы занимаетесь. А чем дольше мы с вами занимаемся, тем естественнее, качественнее наша жизнь и приятнее. Хочу пожелать всем вашим близким только позитива, счастья, здоровья. И чтобы вы видели в глазах своих людей всегда только любовь и отражение лучиков солнца. Всем пока! Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия «Fuck Fitness». Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться, чтобы не навредить себе, и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Партнер сегодняшнего выпуска – Animal Nordtrop. Друзья, это гармошка высокой степени очистки. А вы знаете, что чем выше очистка, тем меньше привыкания, тем меньше вырабатывается антител, тем дольше вы можете с пользой принимать данный препарат. Почему не спонсор, почему партнер? Я не получаю деньги от Animal. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии, но самые большие проблемы – это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы, тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют, у меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная, она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Я Animal Nordtrop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте, по промокоду Heavy Metal вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов.